сегодня мы катаемся на пароходе. Пару слов. Что за пароход-то? Пароход двойного назначения. Двойного. Тут все двойного. Торпедные установки. Сузуки. Ну вот мы с Баженой выехали. Спасибо господину капитану. Да, скажи «джинкуе». Идет корабль, смотри, направо, налево. Вот это да. Район для бедных, да? Покажем бедных. Так, многоквартирные лачуги с катерками. Это, да. Ютятся, им трудно и тяжело, да. Посмотри, папа, что мы делаем? У нас лодка не только может по воде плавать, но и по земле. Сейчас мы проверим боевые качества этого ножа. Боевые качества, да? Мы хорошо их знаем. Осталось боевые в деле, качества. Да? И все-таки. Берем простую картошку. Простую картошку кладем, да? И, в общем-то, просто он его, я бы сказал, даже не рассекает, а плавит ее. Плавит. И картошку укладываем аккуратно вот сюда. Вот сюда, вот этот мангал. И что у нас вот тут? Да, он просто мангал. У нас тут мангал. Вот. Вот так нарезаем картошечку. Ножик просто своим весом его рубит. Как я понимаю, программа «Смак», ну, отдыхает. Все-таки блюдо, или хотя бы какое название того блюда, которое вы будете делать, вы нам хотите представить? Ну, название у блюда довольно-таки экзотическое. Но в узких кругах известно. Просто шашлык называется. Шашлык. Но заметьте, шашлык из картошки, как я понял. Да. Это специальный такой латвийский шашлык, называется картофельный шашлык. Да. Ну, мы разбавим эти овощи, ну, просто с точки зрения разбавить. Разбавим их немножко, вот, допустим, грудинкой. Грудинка. Да, все-таки просто кусочек мяса у нас есть сегодня, да? Не, какую-то грудинку бросим. Ну, так, чисто для экспозиции. Вот так поставим, допустим, одну грудинку. Вторую, допустим, вот так поставим грудинку. И можем еще третью поставить. Я думаю, она не помешает. Не будет лишней, не будет. Вот они, три грудинки сюда очень аккуратно легли. Одна будет у нас запасная. Вы видите, он на самом деле сильно увлеченный человек. Бараньих ребрышек. Барань. Вот они, бараньи ребрышки. Вот сюда мы одну кладем очень аккуратно. И отсюда же берем еще одну. И укладываем ее вот здесь. Так, украсим наши овощи бараньими ребрышками. Расположим их, допустим, вот так. Допустим, в совершенно хаотичном порядке. Мы не претендуем ни на что. Вот так положим. И еще одно, так сказать, каждому по одному. Они очень хорошо будут сочетаться со свиными грудками по отдельному маринаду. И все это хозяйство мы сейчас немножко сбоку приукрасим. Буквально парой кусочков курочки. Вот один поставим здесь кусочек. Просто закроем свободное пространство. Вообще мы овощи готовим. Это, так сказать, сопутствующие элементы. Вот так. Все. Готово. Все на своих местах. Ну и для особых гурманов мы положим один кусочек вообще просто сырого мяса куриного. Особый гурман — это я? Да, который мы не будем вообще никак мариновать. И не надо, потому что в окружении лежат маринованные вещи. Так, покажем дурмана. Не запачкай, дурмана, пожалуйста. Покажем. Не дурмана, да. А гурмана. Ага. Не запачкайте, гурман, пожалуйста, гурманское мясо, да, своими блакослежащими маринадами. Да, немножко посолим его. Чуть-чуть мы подсолим слегка, ненавязчиво. Дадим на картошечку небольшую струю соли. Вот так, помидорки тоже можно. Струю соли. Да, и, в общем-то, теперь можно перейти к включению аппаратуры. Все, печка, значит, включилась. Да. Вот с помощью этих волшебных часов мы сейчас берем управление печкой на себя. Отлично. Значит, мы поставили ее ровно в половину, включили, да? В половину. Засекли. 250 фаренгейтов, это примерно 120 градусов по Цельсию. Так. Можем приоткрыть и глянуть. А где наш переводчик? Можем глянуть. Переводчик фаренгейта в Цельсии. Вот он, переводчик. Он прямо внутри. Процесс идет. Все происходит, да? Чувствуется запах, вот это аромат, дымочек, вот это аромат фаренгейты, Цельсий. Из чудо-печки.
И мы можем проверить, посмотреть, там температура 200 градусов. Итак, температура 200. Полет нормальный. Запахи пошли. Там уже все готово. А прошло-то всего 14 минут. Так, часы. Зрители не поверят, да? Так, наводим. Ага. 14,5. Смотри, 14,5. КГБ все пишет. Все пишет, контролирует. В принципе, это не имеет никакого значения. Вам же сказали. Я настаиваю 10 минут. Я настаиваю, что прошло 10 минут. Ну что ж, женщины. Уступим, мы уступаем. Да. 10 значит 10. Хорошо, будем ждать того, что жарится там внутри. Из тарелки в сметану и сметану в рот. Здесь та же схема. Итак, пейзаж красивый, наша природа. И опять этот человек, который здесь у нас хозяйничает. Он сегодня главный куховар. Ну, мы как армейские люди помним, что это такое, как это моется и делается. Это называется дискотека. Дискотека. Начинаем метать. Начинаем метать. А время? Мечем. Время. Барашку. Сколько прошло? Подожди. Как, смотрите, какое пламя. Помидорку сюда. Пламя. Смотрите, какая красота. Прикроем. Запад нам поможет, да. Первое пошло. Так, следующее. Второе пошло. Вот так. Второе, смотрите, какой огонек. Закинем картошку. Картошечка тоже готова. Вот так. И вот так, и даже вот так, и даже вот так. Так. Все. Картошечку для всех. Картошечка. Ну, туда. Пора побольше, то ли столик, то ли лодку, одну из двух. Столик, ну вот во второй лодке у нас столик в 4 раза больше. У нас же есть еще одна лодка. Какой ужас. А поподробнее, пожалуйста, да. У нас есть такая же модель, но с дополнительной каютой, там еще два места лежачих, о которых там телевизор есть, стол такой огромный, вот это место больше, стол прямоугольный, большой. А с чем связана такая вот неподдельная любовь к этим плывучим средствам? А это болезнь, это не любовь, это болезнь. Это когда болеешь водой, морем. Это вот такая, она ведет к этому, она так прогрессирует, да? Угу. И ты от резиновой лодки делаешь стремительный рывок, значит, как там Абрамович называл? К чему-то более современному. Как Абрамович у нас пилорус, к чему-то более современному. Итак, мы покушали и продолжаем свой путь. Бажена? Скажите, вам понравилось сегодняшнее путешествие? Да, понравилось. Ваши ощущения? Вечер заканчивается, и мы подходим к пирсу. Итак, закончилось наше путешествие. Благополучно. Вот наш капитан. Он покидает судно последний, как и положено. Перед этим почему-то все-таки закрыв свою эту газовую установку. Дети довольны. Очень довольны. Мамочка наша должна быть довольна, мне кажется. Она улыбается. Счастливые, но довольные, уставшие, но счастливые. Дети возвращались домой. Вот. Прекрасный вечер. Ну, и я здесь тоже был. Это было очень вы... приятно. Спасибо. Вот, всего вам всем наилучшего. Зарабатывайте на наш корабль.